Продолжаем шибашить в шестой Far Cry. Нам нужно километр туда переться. Мы уже поняли, что быстрее пройти будет вот так. На самолете не так быстро, кстати, может тпхнуться как-нибудь, там, не знаю. Ой, как хорошо, можно тпхнуться. Ой, хорошо так. Это вам не сраный киберпанк, блин, сайберпанк. Где фиг тпхнешься. Там нужно подходить сначала ко всему, вот это тпхаться со временем, ужас. Здесь все получше, блин. То киберпанк этот странный, просто уже. О, 200 метров, отлично. Чего раньше не пользовался, забыл, что это киберпанк? Привет, Сайберпанк. Дани. Привет. Я почти у отеля. Скоро все трое Камемьярдос отъедут в мир иной. Ага. Аккуратно, Дани. Поехали. Ты за что сделал? Что ты сделал? Террористос. Мои войны, я рад быть вашим бесстрашным лидером. Террориста Карлос Монтеро. За это великое достижение вы заслужили небольшой отдых. Желаю вам здоровья. Но не забывайте, кто вас сюда. Мой не будет Камемьярдос. Фелисидадос и Сидадос. Теперь, когда Карлос Монтеро мертв, я и стал жить куда-то. Вот ты где. Это тебе за Карлоса, гад. Эй, брось. О, не пизда! Ладно. Не подпускать ее к лейтенант! Где лейтенант? Где лейтенант? Где лейтенант? А где он? Она хочет убить! Да, хочу. 300... здесь он. Да, ну и жесть. Может, пение в своем любимом спа? Найду другого лейтенанта. Ладно. Эспада, минус один. Но остальных здесь нет. Мрази чертовы. Проверь в отеле. Может, удастся напасть на их след. Их нужно прикончить, Дани. Их всех. Ладно. Рипинга. Хз, здесь больше негде. Можно еще медленнее? А, здесь это хз. Что за колоночки? No name. Ну, выглядит как хай-фай такой, блеменский. Опять, ну что там, ну разрамы, ну блин, через гитару кабель проходит. Ну как вы не уследили-то, а? Как вы так ставили-то все? Где? Больше негде. Ой, сори. Но не оно. Самое эффективное лекарство в мире.
Нет, не оно. Здесь труднее. Что искать-то будет? За подмогой! Откуда ты взялся? Шел. Спасибо. Где его искать, я не понимаю. Баг какой-то. А, алло. Я не могу это взять. Ну, это предсказывает, что нужно взять. Нет. Эй. Спрингс. Блять, у меня какой-то баг. Ладно, без проблем, без проблем. Ай, спасибо, Far Cry. Люблю баги. Надо все смотреть в оба. И живи, разбросанные по площади вертеты. Так что, наслаждайтесь. Нам тут ни к чему. На время позвольте о своем долге. Вы заслужили эту невероятно щедрую награду. О, черт! Мои я радуюсь вашим бесстрашным лидерам. Террориста Карлос Монтера. Мертв. А, все-таки здесь не помню. Да, ну и жесть. Ой, а здесь почему-то сработало. Охренеть, как так-то? Как так-то? Ой, 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 ой. Блин, Far Cry, что с... Фелисиданос, мисс Сальданос. Теперь, когда Карлос Монтеро мертв, я и стала жить куда легче. Вы проявили невероятную верность и отвагу, доказали, что достойны своего уважения. Этот курорт – мой дар. Надеюсь, вы понимаете, какая это честь, и насладитесь даром в полной мере. Еще раз поздравляю вас с этим невероятным достижением. Я нашел подсказки в отеле. Что еще за подсказки тебе нужно, а? Внимание всем военным! Говорит ваш левый генерал Хосе Кестиса. Террористы преследуют моих лучших лейтенантов в честной попытке запугать меня. Уверяю вас, она действительно честна. Как вам известно, меня ничто не пугает. Ни бог, ни даже смерть. Но я прошу вас сохранять бдительность, ведь террористы не остановятся ни перед чем, вот это подсказка. Исполнить свой замысел. Жмиметры уже осматривают. Сегодня великий день. Террористас повержен, и Карлос Монтеро мертв. Все, что от него осталось, разбросанные по площади вертеты. Так что наслаждайтесь отдыхом на курорте. На время вы забудьте о своем долге. Заслужили эту невероятно щедрую награду. Мои войны, я рад быть вашим бесстрашным лидером. Террориста Карлос Монтеро мертв. Блядь, тебе подсказку должны найти. Вы заслужили небольшой... Желаю хорошо провести время на курорте, но не забывайте, кто вас сюда отправил. Так, Блэд.
Чё за херня? Чё за херня? Либо я тупой, туплю пиздец как, либо нет. Скорее всего, нет. Я вообще игру сломал, да? Ладно. Бля, или здесь подсказка? Похоже, он на своем раньше. Сука. Пора убить их обоих. Я забыл, что этот мир есть. Как его походил очень много. Надеюсь, вы понимаете, какая это честь. Фак, ладно. Я туплю. Фак, бывает. Какие тропинки здесь, прям. Неожиданно. Понять бы еще где он. О, вижу. Вот ты где. Что? Это вас? Это вас? За Карлоса. Ты кто? Ой. Эй, есть новость. Ну такой себе лейтенант, конечно. Можешь забыть о ком Эмьерде, которая тусовалась в спа. У нее были странные вкусы. А, это у нее, это она. Это она, блядь, смешится, блядь. За мной странный вертолет. Ха-ха, пусть угонится. Угоняется. I go first. Это в этом Battlefield. Пускай не получится, ладно. Бы РПГшечку не помешал, но... Хз, где ее взять? Ловите! Так, где цель? Сюда, опусти оружие! И тут еще приделанные. Так, а я не могу уносить здесь. Ну, раньше уже. Или это прям лошадь вот. Пизде. Сдохни, гнида.
Ого, без сознания попал. Все, уходим. Дело сделано. Правда? Си, с ними покончено. Дани, огромное тебе спасибо. Ты отомстил за нас. И не только. Теперь Хосе придется вылезти из своей норы. Теперь этот засранец поймет, с кем он имеет дело. Точно. Так оно и есть, блин. Грасиас, Дани. Эпичненько. Эпичненько. Дани, я раздобыла разведданные. Эй, что я нашел? Эй. Думаю, он сдает позиции. Значит, вся ты дичи скоро станет больше? Офигенно. Не ослабляй натиск. Я возвращаюсь на ферму Монтеро. Посмотрим, что смогу сделать. На фермах всегда есть что поделать, Дани. Нифига, ты же городская, как и я, Клара. Дани... Ты нужна в лагере. Что случилось? Нужно решить, что делать дальше. Бонни Хоп. Скоро увидимся. Какой-то бункер подземный. Тайник, скорее всего, какой-то. Почти до Бонни Хопили. Ой, ну тут без вариантов, ребят. Ну зови, пробуй. Блять, танк, вот ебать под ногой. Он, сука, останавливается, да? Ох, танк. Танк, ну блин, ну ребят, ну, ну это уже не смешно, это уже печально. Чего так много? Блять, что за танк так много? Не захватили? А, надо так сделать. Упс, не так. Вот так. А вот теперь да. Да? Да. Ой, гоп пропал. Фак. Теперь направляемся по пути следования, где мы и хотели пойти. Ой, куда мы хотели? Стоп. А, можем не брать. Еще один танк, серьезно.
Пошел отсюда. Не догонишь. А вот и 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 не догонишь. Слабое место шел. Не догонишь, не догонишь, братан. Жрите! Надо все провалить. Мы не копим, мы не копим, мы не копим. Блин, по мне до сих пор стреляет. Ой, можем и Супрема, точно, надо Супрема было стрелять, проверить. Но это далеко, это неудобно. РПГ бы мне одну бы, хотя бы достать бы. Слоупочная игра опять. Да? Чего? Что делаем дальше, Эспаде? Есть предложение? Вы не слушаете! Не слушаете! Закройся! Нападем на плантацию Хосе? Все, хватит с меня, Сингао. Ты ничего не сделаешь? Он это заслужил, Дэнни. Вот кусти Симонтеро. Нет! Твой брат предал нас. Си. И всю жизнь будет за это расплачиваться. А ты готов сам признать свои ошибки? А ты, Камила? Я выбрала Кастильо. Потому что с Вивиром мы бы точно разбогатели. Я не верила в вас. Совсем. Винила вас в том, что вы не бойцы. Но папа был прав. Вера должна быть взаимной. Если вы хотите схватить Хосе, надо атаковать его табачные плантации. Мы уже попытались. Нет, все плантации сразу. Выманить солдат, охрану. Умно. К счастью, Фили все предусмотрел. Мы с этим разберемся. Круть. Давайте разделимся. Ударим по КПП, блокпостам и прочему. Раз и все. Потом махнем на авиабазу. Ну хрен ли вы тормозите? Далее. Я рано составил финаль, Роберто. Как-то так. Оставь финаль. Сейчас ты увидишь мой шедевр. Напалмушек. Железная птица, адский огонь и надежда Запада. Ты летал на нем? Нет, ты что? Я высоты боюсь. Буду ветром под твоим брюхом. Отжарь Хосе, а я за тебя поболею. О, героиня. Подруби мой музон. Магия Фили, детка. Гуапо. Не знаю, как бы записывать, ребятушки, поэтому подписывайтесь на нас, с Алексом был стрим, всем удачи, пока, до новых встреч, в новых выпусках. Я посмотрю, сколько шла серия, наверное, много. Вот.